Приветище! Мы вернулись в мир Пейн. В прошлой серии мы повстречали малыша. Малыш — это оказался здоровенный мамонт, которого я на самом деле не ожидал увидеть. Малыш был очень любезен к нам и сказал, что если мы поможем ему, он будет нам помогать со снаряжением. Мы должны для него найти пару сфер ихтионов. Сейчас у нас их с тобой три штуки. Осталось найти две. Я думаю, с этим не будет никаких проблем. По крайней мере, я уже вижу одну. Кажется, вон там он светится. Ага. А вот она, сама сфера ихтионов. Забираем. Надеюсь, здесь никто не живет. Ну, чего ты, залази. Шикарно. Осталось всего одну сферу найти. А кто тут обитает? Это костомолы. Надо отсюда сваливать. Ой-ой-ой, кажется, меня окружает. Валим отсюда по-тихому, пока не огребли по полной. Ну и, конечно же, малыш нам расширит сумарь. У нас сейчас сумка всего лишь... Сколько тут секций? 8? 16 секций. Это очень мало, потому что у меня уже почти забита сумка практически ничем. Мне нужна как минимум еще одна секция. А лучше бы две. Поэтому малыш сказал, если принесешь мне 5 сфер, будет тебе здоровенная сумка, в которой ты сможешь переносить огромные предметы и большое количество вообще вещей. Что очень классно. Помимо всего этого, нам нужно найти пещеру. А именно убежище. Убежище, которое спрятано в 3 разных городах собирателей. Ну, я думаю, что в один из этих городов мы заглянем сегодня с тобой. Ближайший какой к нам? Ближайший вот этот вот городок. Так что именно к нему мы и направляемся. Оу, ты глянь, сколько там белозлобов. Белозлобы известны тем, что пуляют очень больным электрическим разрядом. Блин, там еще 2 братюни его подтягиваются. Надо его отвезти. Отвезти куда-нибудь в кусты. Отведем белозлоба в кусты. Ну иди, оп. Вот и первый разряд. Наконец-то, увели его от братюнь. Ну давай посмотрим, на что ты способен. Вот это прыжки. Упираемся. Фух. На тебе. Убегаем. Нельзя дать ему нас коснуться, иначе будет очень больно. А я готов. Опа, успел. Не дал ему зарядить разряд. О, все-таки он нас коснулся. Фух, ушатали. Опасная тварина. Мы почти с тобой подобрались к деревне. Вон проход. Перевал Телквин. Интересно, кто там живет в этой деревне? В любом случае, кто бы там ни жил, они настроены к нам враждебные. Я с ними еще не задружился. А, это плюваны. Деревня плюванов. Надо отсюда сваливать. Ё-моё, даже лидер на меня сорвался. Валим. Нам здесь не рады. Короче, надо задружиться с плюванами, чтобы попасть в убежище. Хорошо. Ты посмотри, какой настырный. От самого лагеря за мной бежит. Отстань от меня. Короче, этот тип хочет в меня все-таки поплювать. Как насчет чего-нибудь съесть? Например, ножку белозлоба. И пойти накостылять ему. Получай, засранец. О, блюанул в меня своей кислотой. Так. Ну, блин, ну что ты там спрятался за этим камнем? Броню мы ему снесли. Осталось совсем чуть-чуть. Оп. Вот это я подлетел. Да что ты будешь делать тут? Дай мне к тебе подойти. Засранец блювотный. На тебе. Попрыгай, недоделанный. Ой, надо бежать. Он сейчас нас ушатает, нафиг. Чё бы съесть? Яйцо. Давай ешь яйцо быстрее. Ух. Несмотря на то, что это плювун... Он не дает к себе подойти. Очень сложно с этим. Последний удар. Есть, наконец-то. Ушатали этого засранца. Было тяжело, но справились. Где-то здесь я видел что-то... О, графит. Нам очень нужен этот графит, чтобы сделать ключи для сундуков. Отлично. И теперь мы можем сделать ключик.
Один, как минимум. Здорово, ключ у нас есть. Теперь мы можем открыть любой сундук, который найдем. Нужно перекусить яйцом. То совсем здоровья нет. Ты посмотри. Рядом с деревней Плюванов, оказывается, сфера была. Теперь у нас есть с тобой 5 сфер. Нужно вернуться к малышу, чтобы он нас наградил здоровенным мешком. Бежал я, значит, к малышу и встретил еще одну сферу. Замечательно. Теперь у нас их 6 штук. А еще, помимо всего, нашел слоноконью шкуру. Привет, малыш. Я принес тебе сферы. Но не 5, а целых 6. Надеюсь, ты учтешь это. Прекрасно. Я как раз закончил твой новый мешок. Отлично. Следующий будет еще лучше. Маленький человек. Найди сферы ихтионов, 25 штук. И он твой. Придется их как следует поискать. Но судя по этому мешку, дело того стоит. Вот так-то. Если мы найдем 25 сфер, у нас будет ультра большой мешок, куда влезет все, что я захочу. А что сейчас у нас? О, зашибись. Раньше вмещалось 16, теперь вмещается 32 предмета. Кошерненько живем. Побалуем себя. Ну что, предлагаю тебе вернуться к башне, где мы нашли с тобой лук и щитки. Дело в том, что там есть неоткрытый сундук, про который мы... Сколько графита. Сундук, про который мы с тобой забыли. Но я вспомнил. К тому же у нас есть ключи. Сколько здесь материалов-то лежало. К тому же у нас есть с тобой ключ, который нам поможет открыть этот сундук. Надеюсь... Вот. Вот она, эта башня. Надеюсь, в этом сундуке что-то ценное. И наконец-то мы узнаем, что там хранят. Вон он, сундучок стоит, ждет, когда же его откроют. Достаем рогатку. Где наша рогатка? И поднимаемся наверх. Нам здесь надо выйти. Вот он, наш сундучок. Красавец. Что же в тебе сокрыто? Меч Клинолесия. Задумка. То есть, получается, его нужно смастерить. Вот он. У нас сейчас меч... Какой у нас меч? Вот. Старый сосновый меч. Всего одна звезда. А если мы сделаем этот, у нас будет целых 2 звезды. То есть он по урону превосходит наш. Сосновый меч, наносящий слабый урон, но оставляющий глубокие раны. Надо его сделать. Я не посмотрел, что там нужно. Значит, нужен мох. Большие шишки. Шишки были возле елок. В самом начале, где мы только появились. Надо туда вернуться и собрать их. О, друганы дерутся. Че, пойдем поможем. Только я, наверное, постреляю с лука. Вы не против? Хедшотика сейчас раздадим. Получил. Кажется, он обозлился на меня. Он сейчас на меня побежит. Блин, он толстокожий, капец. Его лук не пробивает. Придется брать меч. Ну давай. Посмотрим, на что ты способен, толстокожий крокодил. О, как я его уложил на лопаточки. Последний удар. Готовченко. Спасибо-то хоть скажи. Ага, так он и сказал. Ладно. Вот они, наши елочки. Где-то здесь есть вероятность найти шишки. Но собиратели здесь плотненько прошлись, и поэтому ничего тут нету. Капец. Эй, бык! Шишки есть? Нету. Шишули, ну где же вы, шишули? Углубляемся вглубь леса. Клинолесье. Надеюсь, здесь есть шишки. Вот, смотри, что это лежит. Это у нас... Это не шишки, это постноянс. Ну где же наши шишки? Шишули, шишули. О, вот они лежат. Красотульки наши. А сколько нужно на меч? Шишки для меча, обалдеть. Где такое видно? 3 шишки. Еще одна шишка нужна на меч.
Блин. Кстати, а вон сундук. Сколько у меня графита? Я смогу сделать ключ? О, могу сделать ключ. Здорово. Сейчас пойдем его откроем. Щитки на ноги. Иноземец. Задумка. Тут у нас кони, слоны спали. Но я их разбудил. Во, шишка, все. Последняя шишка. Осталось только мох найти. Мох обычно есть где-то у речек. Чё-то куда-то я забродил, капец, как далеко. Во, наконец-то. Вот тебе и мох. Три мха. А там еще вдалеке есть графит. Сейчас за ним слазим. Опа. Ну что, меч у нас в кармане. Мы сейчас его с тобой создадим. Ремесло. Вот он, этот меч. Собираем. И снаряжаем. Как он выглядит? Обычный деревянный меч. Ничего ультра прикольного. Видимо, он покажет себя в бою. Ну хорошо. Кстати, насчет ремесла. Давай посмотрим, что еще мы можем соорудить. Мы можем... Вот, например, штаны. У них две звезды. Также мы можем сделать тунику. У нее тоже две звезды. А на мне сейчас надета туника с одной звездой. И штаны тоже с одной звездой. Так что нужно бы это сделать. Как минимум, тунику я могу сейчас сделать, если найду одну шишку. Что ж, надеюсь, что она где-нибудь здесь валяется и ждет меня. Ух ты! А это что такое? Беглит. Видимо, какой-то ценный камень. Бегу такой, бегу и думаю, что это за фигня, что это за яйцо? А бегаю. А это, короче, в такой позе спит слона-конь. Причем он спит с открытыми глазами. Наткнулся на белозлоба. Сейчас-то мы проверим свой новый меч. На что он способен. О, да. Вот это серьезный урон. Если раньше я мучился с этим белозлобом, то сейчас я его довольно быстро ушатал. Заберем его усищи. В принципе, больше с него ничего не выпало. А, вот, смотри. Вот тут вот валяется окорок. Но окорок это не его, а слона-коня. Также тут еще шкура слона-коня. Видимо, он загрыз здесь коняшечку. Вот она, шишуля. Как я долго вас искал. Теперь мы можем смастерить себе тунику. Мастерим. И одеваем. О-о-о, сразу прибавилось здоровье. Ну и, соответственно, брони. В общем, сейчас мы с тобой открываем охоту на белозлоба. Потому что есть у меня одно задание. Изготовить зелье силы. А для него, как я уже посмотрел, нужно два бедра белозлоба. Поэтому вот один у нас красавчик. Загорал тут на солнышке. Не подходи ко мне, пакость такая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было опасно. Черт! Я с дальним оружием, и он в меня пуляет. Последний выстрел. Готов. Ну дай мне эссенция плевона и бедро есть. И еще одна эссенция. А как же бедро? Черт подери. Я хотел бедро. Там еще один белозлоб. Походу я наткнулся на логово их. Блинский. Есть попадание. Как же долго я заряжаю. Бежим. Атакуем. Кажется, там плюны сзади. Черт. Очень опасно. Очень опасно. Они могут меня сейчас заплевать. А, они в белозлоба стреляли. Это хорошо. Надо пригнуться, может, они меня не запалят. Эссенция рогача и усик белозлоба. Блин. Ну где же... Мясо-то твое. Мне нужно мясо белозлоба. Вернулись в лагерь плюванов. Надо, чтобы вон тот чувак пробежал и не запалил нас. Сфера внизу. И кажется, нас запалили. Короче, прыгаем в воду. А, блин. Почему-то я был уверен, что там вода. Ну что,
Посмотрим, будет ли в тебе рулька белозлоба. И еще разок. Не смей вставать. У нас с тобой серьезный разговор. Парочку ударов легких. И мы получаем бедро белозлоба, которое мы так искали. Целых два! Нифига себе. То есть мне стоило спрыгнуть тогда в речку, чтобы найти вот этого белозлоба и отодрать у него две рульки. Значит, переходим в ремесло, и мы можем теперь сделать зелье силы. Мастерим. Щикардос. Оно у нас есть. Это зелье я должен предложить какому-нибудь вождю деревни, у которого есть убежище. Что ж, пойдем, короче, задружимся сейчас с плюванами и попробуем предложить им это зелье. Или подожди. А давай посмотрим, что еще у нас есть. У нас есть еще две деревни. Пойдем сходим в другую, потому что дружить с плюванами мне как-то не очень хочется. Они мне противны. Ну, что могу сказать. Мы пришли в высокий хребет. Нам еще чуть-чуть до лагеря. И мне даже любопытно, кого мы там встретим. Смотри, какое строение интересное. Похоже на людское. О, вязкие заросли. Это какое-то болото тут. И смотри, кто тут бегает. Вот эти курицы, мы их видели в самом начале. Забыл, как их зовут. Кто же здесь живет в этом болоте? Неужели здесь еще один лагерь этих птиц? По крайней мере, по домикам похоже. Кто здесь живет? Тук-тук, есть кто дома? Чье это сооружение, блин? Здесь плюваны? Ой-ой-ой. Нет, здесь все-таки живут птицы. И плюваны. Они, короче, друзья. Все, надо отсюда валить. Надо валить. Смотри, какой прикольненький домик. Думаю, что нам стоит туда забежать. Наверняка там что-нибудь классненькое. Надеюсь, что дом пустой. И он очень похож на человеческий. Да, в доме никого нет. Очень много писанин, карт. Взаимодействовать. Зажег свечу. Зачем-то. Пойдем поднимемся на второй этаж. Может, там чего есть? А на втором этаже... Ух ты! Сколько тут всякого. Тут есть взрывная растяжка. Обалдеть. Я теперь научился делать растяжки. О, и здесь что-то есть. Хлопушка. И научился делать хлопушки. Все, тут больше ничего нету. Можно отсюда сваливать. Воу-воу-воу-воу, смотри. Это же лиса. Это лис. Обалдеть. Я раньше таких не видел. Собирателей. Воу, у него гранаты есть. А это что? Бочка. Взрывная бочка. Они что, типа лисы-инженеры? Обалдеть. Нифига себе, как они технологично развиты. Я хочу с вами подружиться. Ладно, от этой лисы мы убегаем. Ищем их логово. Вот так вот выглядит их герб. Что тут, кстати, написано, интересно. Какая странная метка. Эта территория для нас священна. Мы всегда будем сражаться за эту деревню, так как это наша столица. Понятно, тут где-то рядышком столица этих лисов. Где же можно корзинку-то найти? А там что? Короче, нужно срочно найти корзину, где я могу преподнести им подношение. Вон она, корзинка, кажется. Корзина, корзиночка, корзинуля. Ты ли это? Нет, это не корзинка. Вот она. Вот она, корзиночка. Они любят яйца. У меня их целых 8 штук. Задобрим. Блин, отдал им куча всего вообще. И только добился нейтралитета. Дружбы не добился. И сразу же потерял дружелюбие с рогачами. Что ж, как минимум, сейчас этот лис должен от меня отстать, но он почему-то не отстает. У нас же безразличие, друг мой. Чё ты на меня так обозлился-то? Походу, придется с ним драться. Ладно, посмотрим, насколько ты крепок. Броню снесли. Это хорошо. Похоже, что вблизи лисы не очень-то и крепкие. Оу, туман использовал, обалдеть. Он что, скрылся от меня? А, нет, вон он. Черт,
Там подмога прибежала, смотри. На, придется еще второго бомбить. Так не хочется это делать. Наконец-то. Ушатал всех лисов. Но тут, кажется, еще один бежит. Блин. Надеюсь, он не должен на меня напасть. Да, точно. Все. Вражда закончилась. Я собрал много материала, давай посмотрим, что я могу смастерить. Могу смастерить стекло, что мне, в принципе, не нужно. Как насчет штанов? Нет, еще недостаточно материалов. Ладно. Здесь вот небольшой лагерь. Здесь живут лисы. Но весь прикол в том, что у них нет убежища. Убежище находится где-то здесь. Придется нам туда бежать. Короче, мы в пустыне. Нам осталось совсем чуть-чуть до этого лагеря. И по всей видимости, этот лагерь находится вон у той здоровенной постройки. Кто бы там мог жить? Если там будут жить лисы, это просто чудесно. Пока я бежал, я не встретил ни одного собирателя. И кто же здесь, и кто же? А здесь плюваны, ты прикинь? Повсюду эти плюваны. Ай, жесть. Что ж, мы узнали, что все три убежища принадлежат плюванам. Поэтому придется всяко-разно с ними задружиться. С плюванами у нас очень серьезная вражда. Нам придется очень много подношений им сделать. Как минимум, я добился нейтралитета. Но это повлияет на дружбу с рогачами и с лисами. А также ухудшит отношения с остальными двумя кланами собирателей. Сейчас у нас с плюванами нейтралитет, мы можем зайти к ним в деревню и узнать что-нибудь ценное. Ребятки, привет. Теперь мы типа с вами друзья. Идем сразу к лидеру деревни. Ой, какой он важный-то сидит. Ну и ну! К нам заглянул настоящий человек. С твоей стороны было мудро не приходить с пустыми руками. Зелье силы, славный подарок. Я выпью его, словно жаждущий воды, словно конь в ночь прилива. Меня зовут Хью. И ты не один такой, да? Тебе следует знать, что никто из нас не будет рад лишним ртам в эти трудные времена. И нам совершенно точно не нужны люди. Да-да, мне говорили. Но сейчас речь не обо мне. Меня интересует убежище, и я прошу разрешения туда войти. Я надеюсь, что смогу узнать, откуда на этом острове люди. А если мне повезет, то мы сможем жить внутри. Жить внутри? Наше убежище стоят здесь не для этого. И не говори больше таких глупостей. Убежище не место для таких, как ты. Кроме того, мы с трудом можем прокормить собственное племя. И если ты вдруг не придумаешь, как я могу исправить положение и процветание моей деревни, я никогда никуда не впущу. Наше убежище останется закрытым. Попадос. Вот так-то. Убежище обнесли стеной, а через ворота меня не впустят. Может быть, Юж что-нибудь придумает? Нужно поискать его в центре острова. Так, мне нужно найти Южа. Кажется, обстановочка обостряется. Но Южа мы найдем с тобой в следующей серии. Если тебе нравится Пейн, то с тебя лайк и, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.